Горю. А если от вас рано утром вышел майор, так что, война началась? Говорит Одесса на Юмор-ФМ. Право нужно. Да, направо поворачивай и выезжаешь на Тамбов. Скажите, я вот через отрадное вышел и повернул. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Микрорайон Подгорная, улица Независимости, 84А, телефон 264-34-64. И о погоде в городах вещания Юмора сам Воронеж. Сегодня в Боброве, а не в Воронеже, возможны осадки. Температура воздуха днем 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер дует западного направления со скоростью 3-6 метров в секунду. С погодой, друзья мои, разобрались. Теперь будем разбираться с эфиром. Впереди у нас приятная процедура озвучивания ваших приветов, поздравлений и признаний в рамках рубрики «Время приветов». Так что пишите, если есть что сказать. 7545. Менты, ну пиздец, стоят, авария на глазах, даже не едут. Охереть. Вопросы 13 рублей уже со всеми налогами. На сайте веселорадио.36.ру можно свой приветик также оставить. И, кстати говоря, бесплатно. Реклама спонсора. Жара, речка, лес. Не проехать, давай в объезд. А я такой не испугался ни разу. Проходите, мужики. Подарки на сумму 15 тысяч. Юмор-ФМ. Всегда хорошая память.
погода.